Павлодаре открыли детский сад для особых детей. Дошкольное учреждение отличается тем, что в каждой группе с малышами будут заниматься специальные работники. Здание для детского сада предоставила партия «Нур Отан», а павлодарские бизнесмены помогли с капитальным ремонтом помещения. Теперь павлодарских малышей ждут уютные группы и внимательные педагоги. На открытии побывал наш корреспондент в регионе Ербул Абишев. Для детей с ограничениями в диагнозе в этом садике созданы особые условия. Воспитательный процесс здесь построен на специальных методиках. В каждой группе с ребятами будут работать логопед, дефектолог и психолог. Восприятие детей у них немножко не такое, как у всех. Поэтому акцент будет делаться на развитии познавательных способностей, развитии мелкой моторики руки, которая связана с развитием центральной нервной системы. Для родителей особенных малышей открытие специального детского сада – безмерная радость. Каждая мама старается вникнуть в нюансы воспитательного процесса. В этом детском саду нашим детям будет оказана помощь специалистов, логопедов, дефектологов. Самое главное, что эта помощь будет оказана своевременно. Очень благодарны вниманию и государственной поддержке, которая оказывается нашим детям. Сегодня в Павлодаре проживает 2600 детей с ограниченными возможностями. 1120 из них дошкольного возраста. Охват таких детей детскими садами в областном центре приблизился к 90%. С остальными специалисты пока занимаются индивидуально. Не охвачены только те дети, которые имеют серьезные патологии, которые не могут посещать детский сад. Но вместе с ними занимаются реабилитационные центры, кабинеты коррекции, занимаются социальные службы. Новый детский сад смогут посещать и дети, страдающие аутизмом. Для них здесь также созданы все условия, определены отдельные специалисты. Педагоги надеются, что с их помощью детям и их родителям станет легче бороться с недугом. Ербул Абишев, Арман Якубов, Алексей Мельницкий, Павлодарская область, 24 КИЗ.